Одним из актуальных видов отдыха летом остаются поездки на природу. Однако за городом граждан поджидает опасность в виде клещей, которые могут переносить опасные заболевания. Так, отдыхая на рыбалке, Анна Захарова заметила на себе насекомого. Поехали в Новосердевском районе на рыбалку. Когда, в общем, пока рыбачили, заметила на себе клеща, испугалась. Клеща сама не поняла, как скинула с себя, пошла кровь. А, так как были на природе, врачей рядом не было, как только в понедельник вернулись в город, позвонила в инфекционку, они сказали, да, у нас есть вакцина. Они мне сделали укол, посоветовали сделать анализы через 2 недели. Я провела анализы оказались чистыми. На 24 июня с укусами клещей в медучреждение обратились более 1800 человек, и уже выявлено по одному случаю заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом. От последствий укуса насекомого вас может защитить своевременно пройденная вакцинация. Вакцинации у нас обязательны, да, то есть подлежат люди, которые работают непосредственно в этих эндемичных районах. Это работники сельского хозяйства, каких-то лесхозяйств, также нефтяники, газовики, те, кто работают непосредственно в этих районах. Остальные могут привиться за свой счет, да, так сказать. Вот. В сети можно встретить ряд народных способов, как удалить клеща. Например, намазать его растительным маслом. По мнению экспертов, так делать категорически нельзя, и лучше не полагаться на народные методы. Клеща нельзя мазать маслом, потому что если вы будете сдавать его на исследование, это затруднит исследование и может повлиять на результативность. Поэтому самый правильный способ – это, первое, обратиться в медицинскую организацию, если это возможно в ближайшее время. Если нет, то тогда нужно взять либо нить, либо пинцет, если он у вас есть, аккуратненько возле хоботка его взять и, раскачивая в разные стороны, вытащить. Профилактические прививки делаются задолго до начала сезона клещей. Подробнее об этом можно узнать на сайте Роспотребнадзора или по телефону. Данные на вашем экране. А пока что самым простым способом защиты являются репелленты, своевременный осмотр и правильно подобранная одежда. Модная коллекция «Летний лес». Именно так рекомендуют специалисты одеваться для похода на природу. Заправлять брюки в носки, рубашку в брюки, застегивать манжеты и застегивать воротник. Лучше, чтобы одежда была светлого оттенка, так проще обнаружить клеща. Эти меры должны минимизировать вероятность проникновения клеща в излюбленные места укусов. Подмышки, за коленями, паховая область, за ушами и в волосы. Роман Ланцев, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ.